54% многоквартирных домов округа, а именно 1158, уже полностью готовы к новому отопительному сезону. Чтобы тепло в дома поступило вовремя и все работало бесперебойно, ежегодно проводится большая профилактическая работа. Глава округа Андрей Иванов посетил котельную в лесном городке, провел ВКС-совещание с руководителями коммунальных предприятий и управляющими компаниями. Обсудили главные моменты по готовности к сезону отопления. Как готовится система, какой регламент, что мы делаем с котельными, что мы делаем с, как мы промываем трубы наши, как потом проверяют многоквартирные дома госжилинспекция, по каким критериям, когда это будет происходить. Осмотрел и саму котельную на улице Фасадная. Она начала функционировать относительно недавно, и больших профилактических работ здесь не требуется. Кроме стандартной промывки труб, специалисты заменили некоторые детали. Обслуживает она около 4000 жителей, 43 объекта, школу и детский сад. Что касается сетей, поменяли подшипники и обратные клапана. Подшипник поменяли в насосах, в насосном оборудовании. Дома снабжены большинство тепловыми пунктами. Здесь тоже недавно тепловые пункты, поэтому отсюда идет ресурс. Особенность этой котельной в том, что идет горячая вода, а дальше она в домах распределяется на подогрев, на горячую воду и на тепловую энергию. Стандартно подготовка занимает 2 недели. В это время в домах отключают горячую воду, что доставляет жителям дискомфорт. Поэтому глава поручила стремиться сокращать сроки сезонных отключений. До 15 сентября все должно быть готово к подаче тепла. Подготовка на котельных округа проводится и сейчас. Она заключается в регулировке оборудования, чистке его, ремонте, замене изношенных частей, если они требуют замены. И, соответственно, гидравлических испытаниях, как окончательном проверке всех систем. Сделаны запасы топлива на котельных, объекты ЖКХ обеспечены резервным оборудованием. По окончании представители областной госжилинспекции проверят общую готовность всех объектов. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».